Love it. I had the opportunity to associate with one of Prabhupada's godbrothers. Когда я был молод и жил во Вриндаване, у меня была возможность общаться с одним из братьев Боги Шрилы Прабхупады. His name was Paramahamsa Srila Krishnadas Babaji Maharaj. Его звали Парамахамса Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж. Now, we don't say Paramahamsa because of some this popular sentiment. Мы не называем кого-либо Парамахамса просто из каких-то сентиментов. We've used the name Paramahamsa because Srila Prabhupada told us that he was a Paramahamsa. Мы употребляем этот термин в соответствии с тем, как Шрила Прабхупада объяснил нам этот термин Парамахамса. Srila Prabhupada said that this godbrother of his could chant the Hare Krishna Mahamantra 24 hours a day non-stop. Шрила Прабхупада говорил, что этот его брат в Боге может повторять Хари Кришна Махамантру 24 часа в сутки, не останавливаясь. He said he has no desire in his heart other than the service of Lord Krishna's holy name through purely chanting the holy name. Он говорил, что у него в сердце нет никаких других желаний, кроме как служить Кришне постоянно и чисто воспевать его святое имя. When this devotee Paramahamsa Krishnadas Babaji, when he joined the Gaudiya Mutt, he was just a very young man, and he was from Dhaka, which is now Bangladesh. И вот когда этот Парамахамса Кришнадас Бабаджи присоединился к Гаудия Матху, он был очень молодым человеком и был из области Дака, и то, что сейчас называется Бангладеш. And from the time he joined, the only thing he wanted to do was to chant Hare Krishna mantra from morning till night. И с самого начала, как он присоединился, единственное, что он хотел делать, это с утра до ночи повторять Хари Кришна Махамантру. And he would chant on his beads all day and all night. И на своих четках он повторял дни и ночи напролет. The temple president didn't like that too much. Президенту храма это особо не нравилось. Because he wanted the devotee to do a lot more service in the ashram. Потому что он хотел, чтобы преданные делали много служения в ашраме. But Maharaj, he would just chant and chant and chant. Но Махарадж просто воспевал, воспевал и воспевал. So in Srila Bhaktisiddhanta, this is the Dhaka, Bangladesh. И когда Шрила Бхактисиддханта посетил Дака, Бангладеш, the temple president was complaining. И президент храма пожаловался ему. This Prabhu. Вот этот Прабху. All he does is he chants Hare Krishna from morning till night. Он ничего кроме воспевания Хари Кришны не делает. We can't get him to do anything else. Мы не можем заставить его ничего другого делать. We can't get him to work in the kitchen. Мы не можем заставить его на кухне работать. We can't get him to clean or do anything like that. Он нигде не прибирается, ничего не делает. He just chants Hare Krishna all the time. Просто постоянно повторяет Хари Кришну. We'd like to ask him to go home. И мы хотим вообще попросить его отправиться домой. And Srila Bhaktisiddhanta said, no, don't do that. Шрила Бхактисиддханта сказал, нет, не делайте этого. He said, we need more devotees like this. Он сказал, нам нужно больше преданных, как он. And then Srila Bhaktisiddhanta said, put an advertisement in the newspaper. Шрила Бхактисиддханта сказал, поместите в газетах объявление. And say that if there's any man who can chant Hare Krishna all day long and all night long, we'll give him free room, we'll give him free cloth, and we'll give him free food. И в объявлении напишите, что любой, кто может день и ночь напролет повторять Хари Кришна, пускай приходит к нам, мы ему бесплатно дадим комнату, бесплатно оденем его, будем кормить его бесплатно. So they followed Srila Bhaktisiddhanta's advice and they ran the advertisement in the newspaper. И они последовали этому совету Шрилы Бхактисиддханты и напечатали объявление в газете. So many men came. Пришло множество людей. They were thinking, ooh, free food, free cloth. Free room. Они подумали, о, бесплатная еда, одежда и комната. Но они забыли, что нужно было повторять Хари Кришну 24 часа в сутки. И поэтому все они продержались 1-2 дня максимум, и затем отправились по домам. So based on Prabhupada's words and that high recommendation of our Paramahamsa Srila Prabhupada, sometimes I would go and I would visit Babaji Maharaj. И поэтому, основываясь на словах Шрилы Прабхупады и принимая то, что он назвал этого человека Парамахамса,
Я следовал совету, иногда посещал этого Бабаджи Махараджа, его дома. Now I think well, what made me want to speak about this exalted personality is that this morning when I did my puja, I turned on one recording of him chanting Hare Krishna. Почему я сейчас захотел о нем поговорить? Потому что сегодня утром, когда я делал свою пуджу, я включил запись с его воспеванием. And it was actually the first time that I ever met him. И это запись как раз нашей с ним первой встречи. And it was in 1976. Это было в 1966 году. And it was in Mayapur. В Майпуре. And it was in the room that me and my god brothers from Toronto were staying in. Эта встреча произошла в комнате, где жил я и мой брат Боги из Торонто. We came back from the evening program. Мы вернулись с вечерней программы. And from the evening kirtan in the temple. С вечернего киртана в храме. We walked into our room. Зашли в нашу комнату. And Paramahamsa Krishnadas Babaji was sitting there. И Парамахамса Кришнадас Бабаджи сидел там. And we were amazed. Мы были удивлены. I think one of my god brothers has actually seen him and captured him and pulled him to the room. Я думаю, что кто-то из моих братьев Бога просто увидел его и затащил его к нам в комнату. He was a very tiny person. Потому что он был очень худым. He just wore a little tiny white cloth and t-shirt. У него была белый кусок материи, ткани. He played the mridanga. Снизу, и он носил белую майку. Он... When he sat behind the mridanga, practically the mridanga was bigger than he was. И играя на мриданге, он его почти не было видно. But when he would sing Hare Krishna, each word that he would sing would just be, it was like dripping with the honey of Krishna prema. Но когда он пел Хари Кришна, я могу поклясться, что это было подобно тому, как если бы мы пили капельки нектара Кришна Према. I mean, just try to think in that way. Попытайтесь подумать таким like, образом. So you have some very, very rich, nice golden honey. Представьте, что у вас есть очень насыщенный золотой мед. And you dip something in that honey and it becomes covered with the gold. And that object becomes covered with the golden honey. И представьте, какой-то объект вы поливаете этим медом, и он покрывается золотым медом. And then it just sort of like drips off in big, slow drops. И большими каплями этот мед медленно стекает с этого объекта. So that's what it was like when he would chant Hare Krishna mantra. Вот именно так это напоминало его воспевание Hare Krishna mantra. Every syllable was just like dipped in Krishna's prema. Каждый слог был окутан Кришна премой. So here he is. He's in our room. И вот он сидел в нашей комнате. Sitting behind the mridanga. Сидел за мридангой. And so we sit there and he starts chanting. Мы сели, и он начал воспевать. I think I can remember the devotees who were in that room. Я думаю, я помню, кто был еще с нами в этой комнате. In Toronto we had two temple presidents. В Торонто у нас были два президента храма. One his name was Uttama Shloka, the other was Vishvakarma. Одного звали Uttama Shloka, другого звали Vishvakarma. There was one devotee there, his name was Hiranyagarbha. Также был преданный, которого звали Хираньягарбха. There was one devotee there named Айодхьяпати. Был один преданный, которого звали Айодхьяпати. That was me. Это был я. And there was another devotee there, his name was Shivaram. И был еще один преданный, которого звали Шиварам. And we sat there, and he began singing. И вот мы сели, и он начал петь. And we started getting crazy. И мы начали сходить с ума. And he was singing a bhajan, and we were all becoming like madly ecstatic. И он начал петь бхаджан, и мы все погрузились в экстаз сумасшествия. And this morning I was listening to that. И вот сегодня утром я слушал эту запись. And I was listening to how we were all responding to the words of the bhajan. Я слушал то, как мы повторяем слова бхаджана. Although none of us knew that bhajan. Хотя никто из нас не знал слова этого бхаджана. It was something mystical. Это была мистика. But this morning I was listening to it after practically 40 years, and we're doing it. Но сегодня утром я слушал эту запись, которую уже 40 лет, как мы сделали это. And he was singing one song by Jayadev Goswami called Shri Takalam.
Он пел песню Джаядева Госвами, которая называется Шрита Камала. And each stanza of the verses of Шрита Камала ends with Jaya Jaya Deva Hari. И каждое четверостишье Шрита Камалы заканчивается строчкой Jaya Jaya Deva Hari. So he'd come to the end of the stanza and he'd go Jaya Jaya Deva Hari. And everybody would go, Jaya Jaya Deva Hari. And he had this mystical way that he'd hit the mridanga, boom! And it's just like your hair would stand on end. И вот в конце он так мистическим образом ударил по мриданге, у всех волосы вставали дыбом. And then you would chant, Govinda Hari, Gopala Hari, Govinda Hari, Gopala Hari. Jaya Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Jaya Deva Hari. Jaya Jaya Deva Hari. So you had like this Paramahamsa sitting there. Вот у нас сидел Парамахамса. And you had these insane brahmacharis from Canada. И сидели сумасшедшие брамачари из Канады. And from the United States. И из США. And we were going crazy with this chanting. We couldn't understand what was going on. Мы сходили с ума от его воспевания, не могли понять, что происходит. And then and he would like different lines of the bhajan. He would like take a line, and he would start like singing the line of the bhajan in different ways. И он иногда брал строчку баджана и пел ее на разные мотивы. And you could see that he was tasting ecstasy with each word. И можно было видеть, что он испытывал экстаз от каждого слова. Like one of the lines describes Krishna as a chakora bird. И одна из строчек описывает Кришну как птицу чакора. Does anyone know what the chakora bird is? Кто-нибудь знает, что как выглядит птица чакора? A chakora bird is a bird that lives by eating moon rays. Это птица, которая питается лунным светом. That's how the bird lives. Like some birds eat bugs and some birds eat seeds. Есть птицы, которые едят жучков, есть птицы, которые едят семена. But the chakora is a very elevated bird. Но чакора это очень продвинутая птица. And it just eats moon rays. Она питается лунным светом. So there's one line that says, Shri Mukha Chandra Chakora. И вот одна из строчек говорит, Shri Mukha Chandra Chakora. So what does it mean? Что это значит? It means Krishna is a chakora bird. Это говорится, что Кришна это птица чакора. Who eats the moonbeams of the Mukha, or the face of Shri, who is Radharani. Которая вкушает лучи лунного света луны лица Шри, то есть Шри это Шримати Радхарани. Did you get that? Понимаете? Шри Мука, Радхарани's face, Chandra, the moonbeams, Chakora. So Krishna is a Chakora bird who eats the moonbeams of Radharani's face, and this is how Krishna lives. То есть Шри Мука это лицо Шримати Радхарани. Чандра, которая подобна Луне, и Чакора — это Кришна, который питается этим светом. Krishna is Atmarama. Кришна — Атмарама. Krishna is self-satisfied. Он сам удовлетворен. And Krishna is independent. И он независим. Krishna doesn't need anything outside of himself for his happiness or his subsistence. Кришне ничего не нужно для его счастья и своего существования. But Krishna lives by eating beautiful moonbeams of Radharani's face. Но Кришна поддерживает свою жизнь, вкушая прекрасные лунные лучи лица Шримати Радхарани. So he chanted Shri Mukha Chandra Chakora, and we all went Shri Mukha Chandra Chakora, and then he's like Radha Mukha. Chandra Chakora, Radha Mukha Chandra Chakora. And he just kept chanting that over and over again. И он снова и снова пел. And each time he chanted, he had this special like hitting the mridanga, and we would all like get crazy.
Когда он пел, у него был особый такой удар по мриданге, он ударял, и мы все просто сходили с ума. And he just kept chanting. We were getting crazier and crazier. Он все пел и пел, мы все больше и больше становились безумными. And then all of a sudden, Jaya Jaya Deva Hari, Jaya Jaya Deva Hari. And then you go, Govinda Hari, Gopala Hari. Govinda Hari. Allahari, Allahari, Allahari. Jaya Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya 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 Sachinandana Gaura Hari. Jaya Jaya Sachinandana Gaura Hari. Jaya Jaya Deva Hari. Jaya Jaya Deva Hari. And we and you, I was listening to this tape, and we were screaming. We were like so crazy in ecstasy. Я слушал эту запись и слышал, что мы просто кричали в экстазе. And then all of a sudden he just he stopped playing. And then he started chanting Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hari, Hari. На постоянное жительство в Вриндаван. Somebody said Paramahamsa Krishna Das Baba, he is in Vrindavan. Кто-то сказал Paramahamsa Krishna Das Baba во Вриндаване. He said where? Я сказал где? He said, well, he's staying in this temple. Он остановился в том храме. So I went to Mangalartik. Я пошел на Мангаларати. Then I walked to the other side of Vrindavan. Я пошел на другую часть, на другую сторону Вриндавана. And I came to the temple. Зашел в храм. I walked in the gate. Зашел в ворота. There's a brahmachari there. Там был брахмачари. And I said, Prabhu, is Paramahamsa Krishnadas Baba here? Я сказал Прабу, Paramahamsa Krishnadas Baba здесь? He said, yes. Сказал, да. I said, where is he? Я спросил, где он? He said, he's upstairs. Он наверху. I said, could you please ask if I could come visit? Я спросил у него, скажи, пожалуйста, ты можешь спросить, могу ли я подняться и увидеть его. He said, just go, you don't need invitation. Ну просто иди, не нужно никакого приглашения. Oh, this is different. Я думал, какая разница. Because Prabhupada was so busy 24 hours a day with spreading Krishna consciousness all over the world that you needed to have an appointment to see Prabhupada. Шрила Прабхупада был всегда так занят, распространяя движение сознания Кришны 24 часа в сутки, что чтобы встретиться с ним, нужно было договариваться о встрече. But with this Maharaj, you just go. Но к этому Махараджу можно было просто зайти. So I went upstairs, я поднялся and I went to his room. И подошел к его комнате. And he just had one of those grass mats sitting on the floor. У него на and a little tiny table. На полу у него лежала подстилка из травы и небольшой столик. That's all he had. Это больше ничего не было. So I went in and I offered my obeisances. Я зашел и принес свои поклоны. And I took dust from his feet. Я взял пыль с его стоп. And I put on my head. Поместил себе на голову. Then I didn't know what to do. И затем я не знал, что делать. Because I didn't know if he spoke English or not. И потому что я не знал, говорит он по-английски или нет. So I went, and I got really brave. И я подумал, ну вот я набрался смелости. I said, excuse me, Maharaj. Do you speak English? И спросил его, простите, Махарадж, вы по-английски говорите? And he just put his head back in the air like this. Он так назад закинул голову. And he made his back very straight. Выпрямил спину. With a very exaggerated British accent. И с очень преувеличенным британским акцентом. I think I speak very good English. And so then he just, and I asked him, I said, Maharaj? First I looked at him and I said, Maharaj, I'm so fortunate to be here in Vrindavan. Я ему сказал, Махарадж, мне так повезло, что я здесь, во Вриндаване. He said, why? Спросил, почему? And I said, because Prabhupada is at Krishna Balaram Mandir and you're here and I can associate with you.
Потому что здесь Прабхупада, Кришна Баларам Мандир и вы, я могу с вами общаться. He said, you're fortunate to be in Vrindavan because Sri Krishna is here. Он сказал, нет, тебе повезло быть во Вриндаване, потому что Шри Кришна здесь. And all of his associates are here. И все его спутники здесь. And they're just walking in the streets. Вот он идет по улице. Whenever this Vrindavan dust comes on you, it's just the dust that have come from Krishna's feet. Когда бы пыль Вриндавана не попадала на тебя, это пыль с лотос на стоп Кришны. He said, you can't see. Вы не можете видеть это. But they're right there. Но вот он здесь. They're playing here all the time. Все они играют здесь постоянно. That's why you're so fortunate. Именно поэтому ты столь удачлив. And then I looked at her and I said, Maharaj, when is the first time you met Prabhupada? Я посмотрел на него и спросил, Махарадж, когда вы впервые встретили Прабхупаду? He said, oh, I met him in Allahabad when he was a grihastha. Он сказал, о, я встретил его в Аллахабаде, когда он был грехастый. He said, the first time we saw one another, it was love at first sight. И когда мы увидели друг друга, мы поняли, что это любовь с первого взгляда. He said, we immediately fell in love with one another. Он сказал, что мы тут же влюбились друг в друга. And we became best friends. И мы стали лучшими друзьями. And then he said, and do you know what? А ты знаешь что? I said, what? Я сказал, что? He said, I was present the day that Prabhupada took sannyas. Я был там, когда Шрила Прабхупада принимал саньясу. And then he looked at me and said, and do you know what I was doing during the sannyas ceremony? И затем он повернулся ко мне и сказал, а ты знаешь, что я делал, когда была церемония саньясы? I said, what? Я сказал, что? I was chanting Hare Krishna. What do you think I was doing? А ты как думаешь, я Хари Кришна повторял? And he said it was an interesting situation. Он сказал, что была интересная ситуация. Because Srila Prabhupada's sannyas guru was his godbrother Keshava Maharaj. Потому что саньяс гуру Шрила Прабхупада был Кешава Махарадж, его брат в Боге. And Srila Narayan Maharaj was the disciple of Keshava Maharaj. А Шрила Нараян Махарадж был учеником Кешава Махараджа. So Srila Narayan Maharaj, he was the priest. И Шрила Нараян Махарадж был священником. And then Prabhupada was there, and Keshava Maharaj was there. И там был Прабхупада и Кешава Махарадж. And Бабаджи Махарадж was in the back of the room, and he was singing Hare Krishna. А Бабаджи Махарадж был в углу комнаты, он пел Хари Кришну. But when he was singing Hare Krishna, the whole atmosphere would just become absorbed with his loud and beautiful singing of Hare Krishna. Но когда он пел Хари Кришна, вся атмосфера наполнялась. И погружалась в его прекрасное и громкое пение Хари Кришны. So he was singing so beautifully and so loudly that they couldn't do all their mantras and tantras and all the Kishore's business. И он пел так сладко и так громко, что они не могли, посвященники не могли произнести все свои мантры, тантры и вот эти вот дела все Кишори. So he said, Keshava Maharaj was looking at him. И вот Кешава Махарадж смотрел на него. Кешава Махарадж говорит. И вот так делал. Давай, не шуми. Шрила Нараяна Махарадж тоже так показывал. And he said, and Prabhupada looked at him. And Prabhupada was going. А Прабхупада вот так делал. And he said, at that time, I knew that he would lead worldwide Hare Krishna movement. И тогда он сказал, именно в тот момент я понял, что он возглавит международное движение. Прабхупадки. And you know, it's an interesting thing. When Srila Prabhupada took sannyas, the audience was all Hindi-speaking people. Интересно то, что когда Шрила Прабхупада принял саньясу, все, кто там был, это люди говорили на хинди. So at a certain point in the ceremony, Srila Keshava Maharaj asked Prabhupada to speak. И в какой-то момент Шрила Кешава Махарадж попросил Прабхупаду произнести речь. So Prabhupada stood with his sannyas danda. Прабхупада встал со своей саньяса дандой. And he started speaking to the people. И он обратился к людям. In English. На английском. He didn't speak in Hindi. Он не говорил по-хинди. And he didn't speak in Bengali. И не стал говорить по-бенгали. But he had prepared himself his whole life for preaching in English. Он был готов всю жизнь проповедовать на английском. So he addressed the audience in the English language. Поэтому он обратился к аудитории на английском. So Bhagavad Gita said, yes,
I knew he would lead worldwide Hare Krishna movement. И Бабаджи Махарадж сказал: "Я знал, что он возглавит всемирное движение Hare Krishna." So he told me those stories. Он мне рассказал эти истории. And then I had my record my tape recorder. И у меня был диктофон. I think you used to call them magnetophones or something like that. То есть тогда это еще были такие магнитофоны, да? You know, like in the times before history was recorded, they had a thing called Walkman. В доисторические времена, когда нужно было что-то записать, какой-то звук все записывали на Walkman. Were any of you all born when they still use Walkmans? Когда кто-нибудь из вас родился, был еще такие, когда использовали Walkman? And we had these small cassettes that had, you know, tape inside, and that's how we recorded everything. И у нас были такие небольшие кассеты с пленкой внутри, вот на них мы записывали. So I had this, you know, small recorder that was about this big. У меня был небольшое такое вот записывающее устройство вот такой величины. And I pulled it out of my bag. Я достал его из своей сумки. He just looked at me. Он посмотрел на меня. And he knew what I wanted. Он знал, чего я хотел. So then he just closed his eyes. И он закрыл глаза. And he started singing his Mangalacharanam, his auspicious verses. И он начал петь Мангалачаранам или благоприятные стихи. And then he began singing Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Затем он начал петь Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда. And then he just started singing Hare Krishna. А затем Харе Кришна. And this went on for about half an hour. И так продолжалось где-то полчаса. I was just in ecstasy. Я был полностью в экстазе. I was sitting in the room with this Paramahamsa. Сидеть в комнате с этим Парамахамсой. I'm the only person sitting in the room. Я был там один. You know, it's like you have a Paramahamsa. И вот у вас тут Парамахамса. And a Skunsa. И Skuns. And the Paramahamsa starts singing and the Skuns starts listening. И вот Парамахамса поет, а Skuns слушает. Я был в экстазе. And he just sang for about a half an hour. И он пел где-то полчаса. And then finally he just stopped. И затем он остановился. And then he looked at me. И посмотрел на меня. And he said, no one in the history of Vaishnavism has performed miracles like your Śrīla Prabhupāda. И он сказал, никто в истории вайшнавизма не совершал таких чудес, как совершил Шрила Прабхупада. Since the beginning, there has been no one as glorious as your Śrīla Prabhupāda. С самого начала не было никого, кто был бы столь же прославлен, как Шрила Прабхупада. There's never been a devotee who's done as many wonderful things as your Śrīla Prabhupāda. Не было такого преданного, который бы сделал столько удивительных вещей, как ваш Шрила Прабхупада. Do you know why? Знаешь почему? And when he said that, I just sort of went. Когда он так спросил, я просто открыл рот. Didn't know what to say. Не знал, что сказать. And then he looked at me and he said. Он посмотрел на меня и сказал. Because your Śrīla Prabhupāda has realization. Потому что у твоего Śrīla Prabhupāda была реализация. That Krishna and his name are exactly the same. Что Кришна и его имя, они не отличны друг от друга. And our business and the life is to serve Krishna. И дело нашей жизни служить Кришне. And thus the best way to serve Krishna is to serve His holy name. И самое лучшее служение Кришне это служить Его святому имени. And your Śrīla Prabhupāda took the holy name of Krishna everywhere in the world. И твой Śrīla Prabhupāda принес святое имя Кришны по всему миру. He said, therefore, no one has rendered as great service to the Lord as Śrīla Prabhupāda. И поэтому никто не совершал более великого служения Господу, чем Шрила Прабхупада. For me that was a very phenomenal moment. Для меня это был феноменальный момент. Just to see the pure appreciation of a Paramahamsa for another pure Vaishnava. Увидеть то, как чистый Парамахамса ценит и оценивает другого чистого вайшнава. And what was the basis of the appreciation? И какова была основа этой оценки? He was the best servant of the holy name. Основой было то, что он был лучшим слугой святого имени. And he served the name so wonderfully, he took it every place in the world. Он так замечательно служил святому имени, он принес его во все уголки мира.
Just like we mentioned yesterday. Как мы вчера уже говорили. Шрила Прабхупада came to Moscow in 1971. Шрила Прабхупада приехал в Москву в 71 году. If you think about it, it's kind of unbelievable. Если подумать об этом, то кажется, что это невероятно. But Prabhupada wanted the people of Russia to have the holy names. Но Прабхупада хотел, чтобы у жителей России было святое имя. So Prabhupada himself came to Russia. И поэтому Прабхупада лично приехал в Россию. And two things he did while he was here. Пока он был здесь, он сделал две вещи. One thing is he met one famous Indologist named Professor Kotovsky. Первое, что он сделал, он встретился с известным индологом профессором Котовским. Prabhupada had this vision. Прабхупада было это видение. That he wanted the BBT books approved by the Russian government and put in every library in Russia. Он хотел, чтобы книги BBT были одобрены российским правительством и попали во все библиотеки страны. Can you imagine thinking in such an outrageous way? Вы можете себе представить, что он думал так дико? I mean, it's like very like thinking outside of your box. То есть это действительно нестандартное мышление. But he came to Russia to do that. Но он приехал в Россию для этого. But probably more importantly is he met Ananta Shanti Prabhu. Но, возможно, более важным было то, что он встретил Ананта Шанти Прабху. Gave him initiation, said, preach Sri Chaitanya Mahaprabhu's mission. Дал ему инициацию и сказал, проповедуй миссию Шри Чайтанья Махапрабху. So he probably spread the holy names in Russia also, even at the high point of the Soviet Union. Поэтому Прабхупада принес святое имя в Россию даже во времена расцвета Советского Союза. That's really thinking differently, isn't it? Это действительно нестандартное мышление, не так ли? Having a different formula. То есть у него была другая формула. But his formula was successful. Но его формула была успешной. Because it was based on service to the holy name. Потому что она была основана на служении святому имени. And then the fruit of that endeavor is that we're here. И плодом этих усилий является то, что все мы сидим сейчас здесь. And we're chanting the holy names. И мы воспеваем святое имя. Very, very wonderful thing because these great souls have so much faith in the Hare Krishna Mahamantra. Это очень удивительно, что столь великие души имели такую веру в Хари Кришна Махамантру. Anyhow, for any of you people who are addicted to Facebook, I will try to upload that soundtrack of Babaji Maharaj chanting. И так или иначе, если среди вас есть люди, имеющие зависимость от Фейсбука, я загружу туда, постараюсь загрузить туда эту запись Бабаджи Махараджа. And then you can hear it yourself. И вы тогда сами все услышите. I'll try to put up a SoundCloud track tonight, so you can hear Babaji Maharaj chanting. Я сегодня постараюсь загрузить туда вот этот трек в SoundCloud, чтобы вы сегодня уже могли его послушать. And when you hear those dicky voices singing along, you can know that I was one of the wild men. И когда вы услышите дикие голоса, которые подпевают, вы можете понять, что один из них был я. Okay, so we'll chant Hare Krishna for a few minutes. Итак, еще несколько минут мы попоем Хари Кришна. And then we'll conclude, okay? И затем завершим. We had a nice program for those people who were in the park today. A very, very nice program. Те из вас, кто не был сегодня в парке, я могу сказать, что была очень хорошая программа. They had this very nice yoga and festival going on. Там проходил замечательный йога-фестиваль. So many, you know, nice young people were down there. Там было много хороших молодых людей. And then we had a chance on the little stage they'd set up, so we sang Hare Krishna. И нам дали место на небольшой сцене, и мы пели Хари Кришна. Tomal Krishna and his Mridanga Prabhus, they gave some Mridanga exhibition. И несколько Прабху, во главе с Томал Кришной Прабху, устроили Мриданга шоу. And then after he finished, then we began chanting. И после того, как они закончили, мы начали воспевать. And really, a lot of these people, they just joined right in. И много из этих людей просто присоединились к нам. And I couldn't see in the back, but they said there were lots and lots of people back there dancing also. Мне не было видно всех, но говорят, что сзади очень многие танцевали. Such is the potency of the Maha Mantra. Вот такова сила Маха Мантры. So let's all chant. Let's all chant with attention. Поэтому давайте все воспевать с внимательностью.
Let us chant with a heart full of gratitude. С сердцем полным благодарности. Let's chant with a heart of hankering that one day we can attain Krishna's pure devotional service. Пусть наши сердца страждут достичь однажды чистой преданности Кришне. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna.